Вообще прикольная игрушка. Очень качественно сделанная. Напоминает Alien Breed по качественности, красоте картинки. Не в смысле жанров, а в смысле именно качества. Как он вертолет нарисован, машинка, физика есть, разрушение ящиков. Очень красиво. При том, что весит, опять же, 200 мегов всего игрушка. Блин, а Хаммер как нарисован, а? Шикарно вообще. Заносы есть, звуки, паровозики. Произошла прокачка машины, установил пулемет. Прикольно стреляет. О, зомбаков сколько. Мочи козлов! Блин, офигенная игра, а? Так, все, похоже, пули кончились. Придется их чисто давить. Когда их давишь, скорость очень сильно падает. Он останавливается практически, и зомби начинают гасить тачку. Что, ух, ты сколько их тут. Самое смешное, когда врезаешься во всякие преграждения, то у машины не отнимаются хелса, а вот зомбаками, когда встречаются, отнимаются. Вот их сейчас всю эту кучу надо перегасить, а потом эвакуировать граждан, выживших. Ну, видимо, эта игра сделана по фильму «Зомбиленд». Фильм, кстати, весьма прикольный, такой расслабляющий, мозги напрягать не надо, надо просто смотреть и улыбаться. Кидает еще что-то у меня. Пули кончились у пулемета, поэтому нельзя им пользоваться сейчас. О, машинка какая стоит. Вайрон. Ну, примерно Вайрон. Так, а это что такое? Хелса. Так, вот подъезжаем. Выбегают додики, которых надо будет отвезти обратно на базу. Таким образом спасти. У тачки есть улучшение, своеобразный тюнинг. То есть, что у нас тут есть? Вот сопротивляемость всем типам атак можно улучшить. Это все с бабло покупается. Бабло зарабатывается за миссии, и можно там поднимать. Есть такие кучки денег. Скорость улучшить. Рельса... Непонятно, что написано. Рельстрой. Ракеты. Но сейчас пока что бабла на это нету. Нитроглицерин. Я так подозреваю, это... Нитро. Таран. Способность проезжать через через скопление зомби. Ну что ж, купим. Ну все, особо больше на чё. Бабла нету. Очень красиво сделано. Дизайн, стиль прям. Очень хорошо. Классно. Это вот я получил другую тачку. Типа Вайрона. Вот она гоняет, прикольно. Бабло. На этих зомбаков, наверное, лучше патроны не тратить. Ввиду того, что патроны ограничены, и их весьма и весьма мало, 150 штучек всего. Блин, сколько их тут, а? Вот, очень классно сделали взрывы. Прикольно весьма. Странно сделали, одновременно на машинке может быть только одно оружие. То есть берешь вот пулемет, берешь огнемет,
Можно взять нитро и летать. В зависимости от машины можно спасать, ух ты, какой здоровый. Можно спасать разное количество людей. Ну, машина же разная может влезть. Вот в такой лимузин там 6, что ли, влезает. Опа! Здоровско, конечно. Все закончилось.